Саров в 15-й раз принимает у себя гостей конференции «Православное лето». Главной темой докладов в этом году стало 75-летие Великой Победы. Участники говорили о вкладе наших предков в защиту Отечества и тех, кто должен беречь это наследие. Эти события очень печально сказались на истории каждой, практически каждой семьи в России. И если ребята хотят вот строить дальше в этой стране свое будущее, чтобы им было самим не стыдно за себя, и можно было передать дальше своим детям, внукам это все, то я думаю, что им интересно и надо знать наше прошлое. Среди слушателей 15-х чтений – представители епархии, педагоги, сотрудники градообразующего предприятия, муниципальных учреждений, предприниматели и, конечно, студенты. Анна Тержнова внимательно слушала выступающих, а особо интересные факты даже конспектировала. Больше всего ей запомнился доклад о творческом историзме. Для меня было ново узнать вообще, что это за термин, что это обозначает и кто его вел. А его вел, оказывается, Бердяев. Юбилейные чтения посетили более 50 студентов. В ноябре многим из них предстоит выступать на студенческой конференции, которая также будет посвящена Великой Победе. И православное лето стало для них своеобразной площадкой для подготовки. Мария Ирунич, Елена Грискова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.